Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отправился с визитом на Донбасс. Там он встретится с местными жителями, пострадавшими от российской агрессии. И уже 24 июля Волкер прибудет в Киев, где проведет встречи с украинскими чиновниками. Тема переговоров – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. После Киева спецпредставитель США посетит Париж, где будет обсуждать Минский процесс с участниками Нормандской четверки.